Мы также продолжаем следить за успехами наших пловцов на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в шотландском Глазго. Здесь за нашу сборную выступает житель города Видное, воспитанник бассейна «Дельфин», чемпион мира Евгений Рылов. Напомним, что Евгений в составе российской команды уже завоевал золото на эстафете 4 по 100 метров в вольном стиле. В четвертый соревновательный день он выступал на дистанции 100 метров на спине. Конкуренцию ему составил россиянин Климент Колесников. О статусе этих двух спортсменов говорит тот факт, что оба они выступали на центральных дорожках. Оба российских спортсмена, Рылов и Колесников, со старта практически ушли в отрыв. Первым на этой дистанции стал Климент Колесников. Евгений Рылов уступил ему 0,2 секунды и принес в копилку сборной России серебряную медаль. Третье место досталось греческому пловцу Апостолосу Христу. Он отстал от Евгения более чем на секунду. Look at that.